Ну, в принципе, нормально. Единственное, хуй знает, буду ли я твой чат видеть. Ну где ты там, блядь? Ну где ты там, блядь? Ну, кстати, я не знаю, будет ли здесь чат видно где-то в игре. Наверняка это, наверное, можно настроить. Ну-ка, сейчас. Кстати, я не знаю, будет ли здесь чат видно где-то в игре. Наверняка это, наверное, можно настроить. Ну-ка, сейчас. Кстати, я не знаю, будет ли здесь чат. Ладно. Это сложный пиздец. Сейчас. Где мой телефон вообще? Все, я готов. Так. Пиздец, она громкая, я уже потише сделал, все равно громко. Но само собой на высокой едем. Пиздец. Ебать, выбор просто. Я слышал, здесь даже на ящиков, блядь, надо бояться и прочей хуйни. Вы просыпаетесь в своей квартире в 2032. Бля, было бы неплохо на самом деле в своей квартире проснуться. Хотя бы в 2032. Бля, наконец-то. Надо комп апгрейдить, что-то долго пиздец. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Что не значит? Забудь, а, надеть, блядь, свой костюм. До встречи. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Ну, там что, для геймпада, что ли, настройки? Показывается, или что? Ёб твою мать. Окей. А это, видимо, F, значит. Не робит. Щ. Ну чё ты там молчишь?
Или ты там в тот чат спамишь или что? У меня нихуя. Сейчас тут полутаюсь. Нихуя, у меня даже вертолет есть. Пиздата. Что я чё? Пиздец, монитор. Походу можно много чего полезного полутать, какие-то, блядь, провода полутал уже. Нихуясь. Доброе утро, мистер Ю. Пиздец, он ездит, как будто пол просто из масла сделан. Это вообще как так это? Ну ладно. Ну да, это было ожидаемо. Зато он ачивку получил, нормально. Время уходит. Сейчас провода я отправил за тобой вертолет. Да, пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. Что здесь еще полезное было? О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Ну, а ты типа слышишь, что ли? Окей. Да ёпта. Всё. Доброе утро, мистер Ю. Пиздец, это вообще кем я работаю? Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов, небо ясное. Да не, нормально. У меня такие приятные уши. Не неплохой дающие. Вид на залив. Помню, у меня раньше были, которые вообще просто тисками тис голову стискивали. Вот это вообще пиздец был. А эти, в принципе, нормальные. Самое отстой, что мне, наверное, минут через 20 придется выезжать. Ну или через полчаса там. Где-то так. Ебать, там текстурок ноль, просто пиздец. Вообще не доработали. Там ведь деревья просто в воздухе висят. Ебать.
Приехали, мистер Ю. Берегите голову. Удачи вам. Да мне этот в боулинг надо съездить. С друзьями. Больше прыгнул, подумал, что меня опять разъебят. Здравствуйте, доктор Ю. Вероятно, вы меня не заметили. Че, не заметил? Я тебя хуй не заметил. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Это начало как в Half-Life, короче. Пиздец, лифт просто летит. Морган, наконец. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар, как твой глаз. Красный. Знаю, тесты слегка необычные. Это традиции семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Ну, стопудово, как в Half-Life. Сейчас там какой-то пиздец произойдет. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Стоп, пиксели. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Слушай, просто будь собой. Буду ждать. Пиздец, ты жирный. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Да тебе готовиться надо, не стрим смотреть. Тогда начнем. Чистить, нахуй. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Ебать, тест убрать коробки просто. Бля, да я профессионал. Чудесно. Это... Вы просто молодец. Теперь перейдем в комнату Б. Да в смысле не читаю, и там все на максималках. Но я не знаю, ты видишь этот оверлей, там 144 FPS. Вот. А вернусь я, ну не знаю, через часа, блядь, два, наверное. Так, я тебя прослушал, что сделать надо. Блядь, иди нахуй. Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Спрятаться в этой комнате? Расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Блядь, пиздец незаметный. Смотрите. Он прячется за креслом. Зачем здесь еще прятаться, блядь, я... дура? Есть синаптическая реакция? Вообще? Ну, нахуй. Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Стул с собой возьму. Как-нибудь крутить можно? Так, это что такое? Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Охуенно. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Вот оно что. Я думал, здесь стекло. Кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Блять, у вас с тестовой проблемой. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Ах ты, пидорас, ну ладно. Кто-нибудь принесите кофе.
Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Сядьте за стол. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. Это типа как в Fallout, походу. О, это сложно. Да охуеть сложно, просто пиздец. Это прям... Это что-то типа, знаешь, как на зоне там... Развилка поезда, там с одной стороны мама, с другой стороны кенты, там, блядь, все такое. Ой, ёпта. Само собой. Окей, дальше. Еще немного. Блядь, пиздец. Сейчас здесь реально там про два стула будет, прям, блять, остров хуёв в море говна там. Ой, так. Да нет, бред какой-то. Еще раз толстяка столкнем. Знаете что? Я, наверное, поступил бы так же. Ах ты, пидорас. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... это кофе? Тут пусто? Я думал, Сим... Нихуя себе, хэдкрабы. О, боже, охрана, охрана! А что с изображением-то? Ну ладно. Бля, тут воняет, пиздец. Вес там куп... Кружка, блядь, превратилась в ебаку. Вот я и говорил, здесь надо всего бояться. Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. А, меня даже еще и Морган зовут. Я иду. Вообще не намек. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Я что, день сурка, что ли, попал? Или тут уже все страшно, здесь теперь все будет превращаться в хуйню? Музыка явно вот какая-то напрягающая. Хотя вроде все на месте. Ебать, бля, вот это что-то крипово. Бля, тут на колесе какая-то хрень подзывается. Бля, надо съебываться вообще. Что-то такое обшарю все. Ну, с терминалом, кстати, прикольно сделали, реально. Сейчас я в щелку посмотрю. Ебать. Бля, надо пуху какую-нибудь найти. Вот, хоть что-то. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Январь. Это не сон. Январь, блядь. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Вы в опасности. Надо наверняка на балкон просто хуярить. Блядь, что ты ебался до меня?
Ебать, вот это что-то, кстати, неожиданно. Окей. Хорошо. Прикольно. Ну, кстати, этот графен такой нормальный. Пиздец, январь. Подъем один нужно вкачать. Окей. А здесь надо как в Думе третьем походу хуярить по всей локации, искать пароли. Так, здесь походу не пройти. Пиздец, и даже через аквариум наблюдали. Ну я смотрю, там что-то, кстати, дверь к лифту куда-то пропала. Вселился в эту хуйню, сейчас его отпишу. Ух ты, говно. Аутопсия. Он вообще пропал. Вот это, видимо, проход к лифту. Как раз таки. Что-то я запутался. Ладно, все понятно. Пиздец. Со всех сторон просто можно войти. А лифт, походу, не работает, да? Я понял. Прям как в портале. А, я еще на вертолете тоже как долбоеб летел. Я и думаю, что-то графон хуёвый, деревья там в воздухе висят. Все как бы стоит на свои места. А вот типа офис. Прикольно. Да вообще пиздец, я, похоже, даже из здания не выходил. Ах ты пидорас, чё... Какоплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Хочу тифон. Чё? Пиздец, тут даже сверху. Блять, зря это сделал. А, говно. Пиздец, вовремя подсказка именно. Можно и сделать. Сейчас я еще оббегу разок. А здесь что?
А, не, здесь там типа я входил, я помню. О, аптечки. Мусорный бак. Здесь что-то разъебать можно. Ёпту! Куда он пропал? Ух ты. Раз. Пиздец, меня мало того, что зовут Гордон Фриман. Так здесь еще есть и хэдкрабы, просто абсолютно такие же, как в Half-Life хэдкрабы. Только они еще превращаются во всякую хуйню. Ай! Уберите! Сейчас чувак просто бесполезный. Сейчас он расхуярил. Вы чё? С тех пор, как мимики вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Тут надо всё пиздить, похоже. Ну нахуй. Я стопудово где-то здесь, их же там целых четверо было. Привет, бла-бла-бла. Что, блин? Исчезающий труп. Как квест посмотреть? Так, это понятно. Q, E, R, T, G, F. О, фонарик есть. B, N. О! Задача. Пропуск. А это там, наверное, в начале был этот в комнате симуляции такой комп. Ох ты, раз, иди сюда. Внимание, угроза жизни. Сейчас они как телепортируются, я думаю, он там в кружку спрятался. Он вообще куда-то блинкнулся мне за спину. Кстати, да, хпшку надо это покушать. У. Оп.
еще одну сожжем. А что, яблочки? Нет, что-то бред какой. Нихуя это чё? Да ну нахуй! Такую ебату я гаечным ключом точно не отпижу. Это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Опасный тифон вообще. Пиздец. Ну под доджинг. Нормально вообще, ни хп не потерял. Нихуя, это что такое? Это уже выглядит так нормально. Солидно. Здесь на правую кнопку нельзя прицел включать. Ну чё, камнями что ли, блядь, стреляет? Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. О, прикольно. Да ты чё, пошёл? Сложный пиздец. Они еще и размерзают обратно. Газ-самовар тут. Записка. Чё? Пиздец, здесь записку уже нельзя читать, тут сразу со спины тебя начинает ебашить. Что-то я как-то по аптечкам уже проседаю. Окей, то я там должен из какой-то витрины что-то взять. Блин, на самом деле мне уже ехать надо, что-то там осталось 25 минут. Мне нужно до Бауманской доехать. Так что, наверное, надо заканчивать. Потом можно еще постримить. Прикольно. Опа. Так. Бродкастинг.